Не вопрос, пошел за прибором. Взял прибор, села батарея. Заведи машину. Не могу. Но нарушение ЕНО все равно в любом случае есть, так как на передних боковых стеклах установлено тренировочное покрытие, плюс в лобовом стекле. Какой пропускаемость? Установлена пленка. Должно быть. Покажите я мне. Не могу. Прибор. Помогу. Вы не можете. Значит, товарищи, объясню вам ваши права. Согласно кодексу о незаконных нарушениях, понятым может быть любой незаинтересованный в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух. Понятой деле... Вопрос можно? Нельзя, я не с вами как общаюсь. В смысле нельзя? Да. Что значит нельзя? Пока нельзя, я не разрешаю. Помолчите, а вы кто, чтобы не разрешать? Вопрос, лицо. Что это за телефон? Кем выдан сертификат на этот прибор, если это... Ваш рабочий телефон. Что это вообще такое? Значит, я требую человека предъявить и передать мне для проверки его документы. Вы не можете проверять документы. Документы проверяются на стационарном посту. Пока вы мне нарушение не предъявите, я вам ничего не дам. Товарищ Бенпи, значит, вы, если вот сейчас смотрите... Что за самодеятельность вообще? В связи с регистрацией страховой полис для проверки, не для привлечения его даже к ответственности, я вынужден буду применить в отношении него физическую силу, средства... Да вы что? Все вам понятно, да? То есть сейчас я при вас требую человека, он не передает, я применяю физическую силу. Вы выходит машина, разбиваете. Все понятно? Чего? Еще раз от вас требую. Еще раз от вас требую. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации. Да уйди ты, блядь, нахуй! Да подожди, я выйду. Да что ты делаешь? Блядь, ты что делаешь? Выходим из машины, я сказал! Да выхожу я из машины! Что ты делаешь? Ай, блядь! Иди! Машину, ты что делаешь? Руки убери свои. Все, он выйдет в машину. Ой, так, можно потом скиньте мне это видео? Документы, я сказал. Какие нахуй документы? Покажи, блядь, тонировку, сука ебаная. Ты, сука, ебаная. Граждане, вы слышали? Да, мы. Может, на нас суд подать? На нас суд подать? Я на тебя подам за это. Может, ребята, видели? Сняли? Ты нормальный человек. В смысле, это идти, блядь? Ребята, зафиксируйте, пожалуйста. Все, я согласен. Да. За оскорбление сотрудника при исполнении. Ты что, невменяемый, что ли? Ты где? Уходим, руки убираем. Руки, сказал, убираем. Отошел от нас вообще! Я сказал, руки убирай! Ребята, вызови милицию! Же вызвали, успокаиваем! Зайди! Отойди от нас! У всех есть это видео, придурок! Отойди от нас! Ты там погоды снимешь, сука, ёбаный! Кто придурок? Ты, сука, ёбаный, погоды снимешь! Я сегодня же! Тебя напишем жалобу! Хорошо, успокойся, успокойся! Крутой! Судья, убери руки от нас! Руки от нас убери! Да ты че? Здорово! Посмотри, че не видишь? Менты едут, да я сотрудник сам полиции, граждан. Ну полиция-то не должна разбираться. Мы видим какой-то сотрудник, отойди от нас. Я могу за это. Я спокойно, я стою, я нарушил. Отойди, ты че машина? Ребята, че такое? Убери руки от машины! От машины руки убери. Ты че делаешь? О, сотрудник! Отойди от нас! Моя машина, блядь, какого хуя? Отойди от нас! Ты машину сядь, чё? Вы чё, бля, позволяете себе лишнего, а? Ты чё делаешь? На руки убери, говори! Ты сам убери, что ты делаешь? Ты чё, не вменяемый, что ли? Не, у меня сигнал уже был. Отойди от нас! Записывайте его все! Отойди от нас! Мы никуда не уезжаем, мы здесь! Задержанный, вот я так. Стою здесь, вот мой остановитель. Отошел от нее нахер, что тебе надо? Отойди от меня. Я с тобой разговариваю, что ты прикрепился.